голоса и звон посуды, доводящий до ума помрачение разговора за стеною, пересуды и дебаты философского значения. Видно, за полночь разбужен поневоле, и я выскакиваю из-под одеяла. Что мне снилось? Мне приснилось чисто поле, где-то в ополе березонька стояла. Я кричу за эту стену: погодите! Ветер в ополе березу прогибает. Одевайтесь, говорю, и выходите, где-то в ополе береза погибает. 5 минут, кричу, достаточно на сборы. Станем разом против ветра и мороза. Пересуды за стеною разговоры. Замерзает где-то в ополе береза.